образования, иногда даже не имеющие среднего образования. И им было, конечно, баснословно трудно работать. И Николай Сергеевич, понимая это, начал готовить справочные материалы для этих кадров. Мало того, что он их учил, он проводил курсы, самые различные. Причем эти курсы были рассчитаны и на простых милиционеров, и эти курсы были рассчитаны для представителей прокуратуры, где он раз в месяц читал лекции, связанные с судебной медициной. И в справочных материалах, в справочной литературе, которую он начал готовить, написана она вся была очень простым, конкретным языком, очень понятным. То есть любой человек, даже если это и не очень был еще грамотный человек, он имел возможность разобраться в том, что было написано. И вот одно из таких справочных пособий, которые были подготовлены Николаем Сергеевичем Вакариусом, был вот этот вот очень интересно написанный справочный подручный альбом для работников розыска и медицинского, для работников уголовного розыска и медицины при составлении словесного портрета. И вот этот он маленький альбомчик, этот подручный, но он имеет огромное значение при составлении словесного портрета человека, которого ищут, которого надо обязательно найти. И для того, чтобы его найти, нужно создать этот портрет по описанию словесному таким образом, чтобы он как можно лучше, как можно полнее соответствовал живому человеку. И здесь написано: составил и изобразил консультант уголовного розыска республики профессор Николай Вакариус. И здесь в этом альбомчики 57 таблиц составляла в начале, и в которых описаны были формы носа, формы ушей, формы головы, глаз, для того, чтобы можно было их, и они называются, эти формы, и вот это все нужно было изучить, и это все нужно было иметь справочным материалом для того, чтобы составить словесный портрет. Но, конечно, сейчас, может быть, уже напрямую не пользуются именно вот этим альбомом, но он лег в основу тех знаний и тех пособий, которыми пользуются современные представители криминалистических органов для того, чтобы вести правильную работу. Кроме этого, было подготовлено еще интересное издание, рассказывающее о том, как можно было, как правильно организовать работу на месте обнаружения трупа. Вот здесь первоначальный наружный осмотр, вот это подручный, этот альбом по составлению словесного портрета, он написан был в 1924 году, а уже на следующий год он создал первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании. Впоследствии он написал еще подобное же пособие, но там уже оно было более пролонгированного действия. А здесь вот первоначальный наружный осмотр трупа на месте дознания, вот где он найден. И вот здесь вот впоследствии криминалисты, очень известные, они говорили о том, что это была очень важная книжка, потому что ничего до него никто не написал. Это первая в этом плане книжка была создана. И вот она доказывала необходимость того, чтобы очень тщательно осмотрен был труп вот при первом его обнаружении, потому что это важно для установления и места происшествия или преступления, и времени преступления, и причинения телесных повреждений. И в дальнейшем это могло повлиять и на различные версии розыскные. То есть это все имело очень большое значение. Вот этой книге придавалось большое значение и в ту пору, когда она была написана. Надо вам сказать, что
Николай Сергеевич Баркариус вот эту всю работу вел параллельно с работой педагогической в медицинском институте, который в то время уже был создан в 1921 году. Он в самом начале советского периода возглавил академический отдел в медицинском институте. То есть в его обязанности входил еще и тот кусок работы, когда надо было встречаться со студентами на бытовой почве, когда надо было решать их вопросы различные, связанные не с учебой. И все это, конечно, было связано с той страшной, напряженной обстановкой, царившей в то время, особенно когда начались тифозные эпидемии 1920-21 года. И Николай Сергеевич никогда не отказывался от тех приемных часов, которые он должен был провести для студентов. И хотя он после всех своих занятий приходил на этот прием где-то после 7 часов вечера, а иногда и позже, но он не уходил до тех пор, пока он не принимал самого последнего студента, и люди знали, что они обязательно получат и помощь, получат, может быть, если не помощь, то совет, куда обратиться и что еще сделать. И в этом плане он тоже был очень востребованным человеком и очень признанным авторитетным человеком, потому что, когда знакомишься с архивными документами вот этих первых лет существования Харьковского медицинского института, где все время что-то менялось, где менялись ректоры, где менялись различные руководители, и все это в ту пору происходило не по спущенным свыше каким-то требованиям, а происходило в связи с различного рода заседаниями, совещаниями, собраниями, когда студенты собирались, и вот они все вместе решали, вот кого из преподавателей, которые вот с ними работают, они хотели бы видеть, допустим, в лице того же ректора. И очень часто, вот работая в архивах, я встречала, что называли в одну из первых очередей, называли Баркариуса. Баркариус, 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 потому что это был очень известный и очень авторитетный человек. Но он же был замечательным педагогом, и это тоже придавало большое значение его фигуре, его деятельности. Вот одно из таких интересных воспоминаний, связанных с вот этими рабочими местами и с вот этими сведениями к практическим занятиям. Когда приходило время начинать очередную тему, Николай Сергеевич раздавал опросные листы. Там было несколько, там мог быть один вопрос: что известно вам по этой теме? И ответ, конечно, бывали очень примитивные. Скорее всего, что многие студенты не знали вообще ничего о теме, которую они начинали изучать. Эту тему они изучали несколько занятий. И после окончания изучения этой темы задавался тот же самый вопрос. И студент отвечал, что он знает по этой теме. И он сам понимал, что вот эти занятия дали ему эти знания и позволили ему получить те сведения, которые в дальнейшем ему пригодятся в его деятельности. Вот. Он просто понимал, что недостаточно заставить человека заниматься. Если этот человек поймет, что он получит от этого результат, тот, который ему нужен, тогда он будет заниматься. А если он этого не понимает, то и заниматься он будет спустя рукава. Вот это очень хорошо понимал Николай Сергеевич в дальнейшем, когда уже в 20-е годы он, занимаясь на кафедре, в 20-е, 30-е, в начале 30-х годов, когда занимаясь на кафедре судебной медицины, он каждое свое занятие, каждую свою лекцию продумывал таким образом, чтобы получить от этого как можно большую отдачу. Ну, вспоминает тоже Николай Николаевич Баркариус, его сын. Вот в
день, когда у Николая Сергеевича была лекция, скорее всего, это был вторник или была пятница. В этот день с утра уже к нему невозможно было подступиться. Он ни с кем не разговаривал, он никому ничего не говорил. Он был весь в себе, он готовился к лекции. Он приходил на работу раньше всех. Были тогда не такие доски, как сейчас вот у нас мы иногда, а были громадные, большущие доски. У него в учебной аудитории было две доски. На одной доске он писал краткий конспект лекции, то есть то, что он будет объяснять сегодня. На второй доске он писал... Не рисовал, наверное. Нет. На второй доске он вспоминал основные положения того, что было накануне сказано. И студенты, приходя на это занятие, получали еще маленькие такие листочки, на которых буквально несколько вопросов было по той теме, которую накануне изучали. Там ответы на эти вопросы, требовали, может быть, 5-7 минут. Это было все до начала занятий. Начинались занятия. Если студент был заинтересован в этом занятии, он тоже приходил пораньше. И уже все было готово. И зайдя в аудиторию, он мог, во-первых, вспомнить то, что было на прошлом занятии, во-вторых, познакомиться уже хотя бы на бегу, налегке с тем, что будет сегодня, и, может быть, успеть сделать себе какие-то пометочки где-то. Начиналось занятие, начиналась лекция. Николай Сергеевич никогда не писал конспектов. Он работал у стола, у секционного стола. Был труп, и он вел это занятие. Опросные листочки ему уже собирались. Проведя это занятие, он сам для себя потом делал анализ. Он записывал по этому занятию, прошедшему уже, что ему понравилось, что ему не понравилось, что можно ему изменить в дальнейшем, чем он недоволен остался на этом занятии. И никогда не прятал этих своих записей. Они лежали всегда в кабинете, их можно было взять любому человеку, который работает на этой кафедре, прочитать и для себя что-то взять интересное. Также, имея опросные эти листочки, он проверял их, причем, когда студенты писали ответы на эти вопросы, можно было пользоваться любым материалом. Не говорили, что ты все отставь, и ты пиши только по памяти. Можно было пользоваться любым материалом, но надо было указать, чем именно ты пользовался. И вот когда Николай Сергеевич анализировал эти ответы, он видел, ответ неправильный, а человек пользовался конспектом. Значит, я что-то плохо говорил, что он не понял и плохой конспект сделал. Или ответ неправильный, а пользовался учебником, значит, он не понял учебник, надо с ним дополнительно, индивидуально позаниматься. То есть вот это говорит об огромном его педагогическом таланте. Ведь это же не каждому дано, зная, умея, смочь еще потом вложить вот эти свои знания в головы своих учеников, заставить их слушать, заставить их понимать, заставить их интересоваться, заставить их захотеть знать так, как знает их преподаватель. И Николай Сергеевич умел это делать. И это была, конечно, замечательная его способность такая. Теперь мне хотелось бы еще остановиться на том, что Николай Сергеевич Бакариус плюс к вот этому своему замечательному педагогическому таланту старался привлечь знания и способности и прекрасные высказывания людей прошлых веков, которые помогали ему доказывать ту или иную истину в своей работе. И поэтому в тех лабораторных помещениях, которые были в институте судебной медицины, было очень много высказываний различных медиков прошлого. Иногда они, может быть, не имели указания на автора, но они и должны были заставить студентов еще и еще раз понять необходимость их работы и важность
их работы. Помните, я говорила о том, что... Я говорила о том, что Николай Сергеевич любил студентам своим говорить, что сомнение – это часть работы судебного медика. И да, действительно, было такое высказывание о сомнении – это часть правильного суждения. То есть нельзя сразу же принять на веру то, что ты видишь, но нужно еще и подумать, нет ли здесь какого-то подвоха, нет ли здесь каких-то подводных камней, которые не позволят тебе сразу понять истину в твоей работе. Поэтому надо обязательно понимать, что сомнение – это часть правильного суждения. Но вот в данном случае на этой фотографии вы видите тоже, там вот на стене висит крылатое выражение одного из древних антиков, которое переделано Николаем Сергеевичем в поле судебной медицины. Он всегда говорил о том, что для судебного медика имеют важное значение и играют важную роль самые мельчайшие детали. И это действительно так. Даже если абстрагироваться от тех умных и научных вещей, о которых мы сейчас говорим, заставляет нас согласиться с этим высказыванием то огромное количество дедуктивов, которые мы смотрим по телевидению или читаем в наших многочисленных детективах, где действительно иногда детали, мельчайшие детали, дают толчок правильному рассмотрению того или другого криминалистического дела и приводят к правильному решению того или иного вопроса. И еще мне бы хотелось, чтобы вы сказали, чтобы студенты и те, кто будет смотреть мою эту лекцию, слушать ее, помнили и знали о том, что Николай Сергеевич Бакариус, он всегда требовал от студентов быть уверенными в той работе, которую они делают, и стремиться сделать ее как можно лучше, потому что у него опять-таки было такое высказывание: плохо сделанное вскрытие не повторишь, его повторить невозможно. И эта фраза, она осталась в памяти очень многих его учеников, и, как писала его ученица из Донецка, эти же высказывания, они потом в Донецком университете на кафедре судебной медицины тоже использовали. Николай Сергеевич Бакариус явился создателем Института судебно-медицинских экспертиз. В 1923 году была создана лаборатория судебных экспертиз, и через два года она была переоборудована в научно-исследовательский институт. Вот этот институт, здесь на этой фотографии изображены люди, которые стояли у истоков работы Института судебных экспертиз. Если вначале лаборатория была судебно-медицинской, то впоследствии институт просто стал судебным экспертиз, потому что там не только медицинские экспертизы, а разные другие экспертизы проводятся. Но у истоков его стоял как раз Николай Сергеевич Бакариус. Вот здесь он сидит среди тех людей, которые помогали ему в создании этого института. Один из них – это непременный участник всех его дел до самой его смерти и помощник его во всех делах – это Николай Николаевич Бакариус, его сын. И здесь присутствует еще Николай Аксентьевич Валяшко. Знаменитый химик, знаменитый фармаколог, который был одно время директором нашего фармацевтического, теперь университета, раньше института. И очевидно, что он постоянно сотрудничал с Николаем Сергеевичем Бакариусом и был, очевидно, его и другом. Ну и, наконец, теперь пришло время поговорить о том, что Николай Сергеевич Бакариус явился создателем или родоначальником большой медицинской династии. Николай Сергеевич, женившись первым браком на
женщине, которая не имела отношения к медицине, тем не менее стала его спутником жизни и матерью его 4 детей. Вот здесь на этом столе вы видите семью, первую семью Бакариусов, Николай Сергеевич вместе с женой и со своими детьми. Среди детей вы видите одного уже вполне взрослого человека, это Юрий Николаевич Бакариус. Он не был медиком, в Первую мировую войну он служил в армии и имел чин войсковой, и когда, естественно, уже будучи взрослым человеком, вынужден был пойти в армию и служил и у белых. Но дело в том, что он умер в 1920 году, и умер он от аппендицита, как это ни странно. Николай Николаевич вспоминает в своей автобиографии, что у него была очень неудачно сделанная операция, и началось воспаление кишечника, и он умер, к сожалению. Старшая из сестер Ксения, она вышла замуж за чеха, и, как пишет Николай Николаевич, что она уехала лечиться в Чехию, и там познакомилась с этим Нибургом, и там она вышла замуж. Хотя были такие сведения о том, что она вышла замуж за одного из тех белочехов, которые во время гражданской войны проходили через Харьков. Она познакомилась с этим человеком и в дальнейшем вышла замуж и оказалась за границей. И вот сейчас, кстати, в Мюнхене живет ее дочь, уже более чем 90-летняя жительница Мюнхена. Младшая дочка Зинаида, вот там она сидит посерединочке внизу перед матерью, между братом Юрием и отцом Николаем Сергеевичем, она трагически погибла в 20-м году, то есть она тоже, так сказать, еще взрослой жизни не узнала. И вот сбоку стоит рядом с матерью Николай Кока, как его называли в детстве, Николай Николаевич Бакариус. Вот здесь на этом стенде вы можете увидеть Николая Сергеевича Бакариуса, вот здесь он перед вами, за столом, кстати, вот этот стол, на котором разложены все эти вещи, это стол из семьи Бакариусов, профессорский стол, который к нам пришел из кафедры судебной медицины, где он благополучно доживал свой век в подвале, но нам его достали, и вот мы здесь теперь имеем возможность вот использовать его в этой экспозиции «Профессорский уголок», который у нас здесь есть. Вот и рядом Николай Николаевич Бакариус. Я не буду говорить сейчас о нем, потому что это тема отдельного разговора. Единственное, что я скажу, что это был преданнейший человек не только как сын, но и как сподвижник, как соратник, потому что он продолжил дело Николая Сергеевича и на кафедре, и в институте. После смерти Николая Сергеевича он возглавил не только кафедру судебной медицины в медицинском институте, но и стал директором института экспертиз. Николай Сергеевич прожил недолгую жизнь по теперешним меркам. Он умер в 62 года. Но все дело в том, что когда распалась первая семья, Николай Сергеевич женился второй раз. Был он уже достаточно пожилым человеком для брака, я бы так сказала, но жена его вторая была намного моложе его, но дело в том, что это тоже была соратница по деятельности, потому что она была прозектором, она имела высшее образование медицинское, она закончила университет Сорбонну во Франции, и работая прозектором на кафедре судебной медицины, она очень хорошо понимала Николая Сергеевича и была его соратником во всех служебных вопросах. И когда они создали семью, то у Николая Сергеевича еще появилось 2 маленьких детей. И как-то это случилось так, что первый сын от второго брака у Николая Сергеевича родился.